Все, 8 утра мы уже в магазинчик сходили, купили еды. Не пляши. С утра нельзя пляски устраивать. Давай, доставай. 1600. 1600 да. Мы сегодня потратили. И ничего не купили, можно сказать, да? Картошки купили. 4 картофан. Картошки. Картофан. 4 штучки всего. Бананы вкусные. Бананы. Да, прям. Кстати, магнитики такие. Бананчики в последнее время вкуснейшие. Ага. Вкуснейшие. Яйца. Яйца, во. Деревенские. Деревенские. Я теперь ем деревенские, потому что они чистятся хорошо. Что-то у тебя котят, да. Там, котят у тебя ноги облизывают почему-то. Вот такая. О, это я себе попробовал вишневый какой-то. А брауни же, по-моему? Нет, я такой не брал ни разу. Молоко. Молочка. Бутылочка. Котеньки. Такой, такой, и уличный, сейчас пойду покормлю. Ну, она уж там пищит тебя уже. Из подвала вылезет, пищит. Ну, там тепло на трубах. Йогурт. Йогуртик. Где моя пища? Шоки. Шоколадки. Колбаска. Колбаска. Сегодня хозяюшка у меня соляночку будет варить, да? Так, это курица. Грудка. Маслинки. Оливки. Маслинки. Лимончик. Оливки, они зеленые. Ладно, все, не учи меня, ладно? Жизнь. Тебе сколько лет? И мне сколько лет? Мне 53. Вот, а мне 67. Я тебе старше. Лимон. Лимон, ананас. И опа, заправка для солянки. Готовая уже. Да, тут уже есть томатная паста, специи, короче. Все есть. Да, вот. Все, супер, класс. Класс, Адидас. И на все, кошку, на это, на все на это мы потратили 1600. Пойдешь кошку кормить? Угу. Ну иди, Котя, в холодильник не хочешь его убрать? Или ты хочешь предоставить это дело мне? А что я? Так, кстати, еще котлеты там. Ну, котлеты тоже Коте отдай. Слышишь? Угу. Кошке отдай котлеты и все. Ну, сейчас. Наши Котя не ест котлеты. Нет, не будет. Ну, отдай уличный котик. Ну, ладно, короче, я пошел работать. Сегодня воскресенье. А ты готовь еду. Все, супер.